Всем привет, сколько вас ни на есть. У нас тут неожиданная, для меня неожиданная повтор предыдущей лекции. Сразу всех предупреждаю. Вот. Дело в том, что мне отчаянно не понравилось, что у нас произошло на прошлой лекции, потому что, ну, по двум причинам. Во-первых, очень многие вещи, на которые я надеялся, что они сработают, они не сработали. Вот. Во-вторых, по сути, я вам объяснял стремительно устаревающий прямо сейчас инструментарий, вот, что, в общем, нехорошо. И еще один элемент неожиданности состоит в том, что на самом деле я не планировал лекцию 6 числа делать. Почему-то мне казалось, что этот день не рабочий, он самый что ни на есть рабочий. Вот. Так что у нас сегодня такая попытка номер два. Вы могли, кстати, заметить, что монтажа предыдущей записи не появилось на сайте именно потому, что я надеюсь, что в этот раз у меня получится лучше. Так что частично мы с вами будем заниматься тем же самым, чем и раньше. Вот. А частично, значит, нет, потому что мне удалось продвинуться существенно дальше. Мне удалось решить все конфузы, которые у меня со мной произошли в прошлый раз. Поэтому, ну, я надеюсь, что получится более продуктивно. Вот. Значит, и это что касаемо тематики. Да, значит, главное что, я постараюсь все-таки рассказать, как это работает в современных требованиях к упаковке питоновских пакетов. Вот. Единственное, что я буду повторять все то, что говорил на прошлой лекции, чтобы тот монтаж, который у нас получится, не надо было собирать по кусочкам из старого и нового. Вот, а чтобы было прям все от начала до конца. Плюс, если кто-то сейчас будет смотреть эфир, вот кто-то уже смотрит, несмотря на майские, вот, то понятно, понятно, что особенно если это какой-то человек, который в прошлый раз ничего не понял, что неудивительно, вот, или совсем новый, ну, в общем, вот. Так что вот те, кто смотрели уже это раньше, терпите. Я надеюсь, что повторение, оно, как известно, мать. Вот, и поэтому не так страшно все это. Собственно, о чем идет разговор? Разговор идет о том, что для того, чтобы наша программа на питоне заработала где-то, кроме как у нас на компьютере, нужно из нее сформировать нечто под названием дистрибутив. То есть сложить все то, что нужно иметь пользователю, под рукой, все то, что нужно иметь пользователю под рукой, сложить в какое-то отдельное место, и это место потом опубликовать. Публиковаться мы сегодня заниматься не будем, я надеюсь, последняя лекция, которая через недельку, про как раз там я поговорю про публикацию, очень надеюсь на это, что у меня хватит на это ресурсов. Вот. Но, тем не менее, собрать в одну кучку все, что пользователю нужно для работы с вашей приложенькой, это важная цель. Вот. Собственно, это и есть сборка. В процессе подготовки вот этого места с всем, что нужно пользователю для запуска приложения, вы будете собирать генераты. Значит, генерат — это файл, который не хранится в репозитории, в исходнике, потому что он не исходник. Он образуется при собственном формировании дистрибутива. Вот. Соответственно, ну, такой типичный пример генерата – это, например, документация, которую делает Sphinx. Типичный пример генерата – это скомпилированные файлы с переводами, которые делает Babel. Типичный пример генерата – это, скажем, если вы программируете на C, объектный файл на C, который вообще не нужен нигде, потому что потом из этого объектного файла на C будет скомпонована библиотека. Вот. Тем самым генераты у нас делятся на две части. Промежуточные, которые вообще не нужны. Они создаются ради того, чтобы из них создать что-нибудь дальше. Да? Как объектные файлы для библиотеки, которые создаются из C, которые, ну, вот. И целевые генераты, которые нужны для того, чтобы впоследствии их опубликовать. Да, там, публикация, документация, публикация дистрибутива вашего продукта, в котором есть скомпилированный перевод, а он генерат, да, и так дальше. Значит, ни то, ни другое в Git обычно не хранится, хотя я могу привести пример, когда до этого дойдет речь, ситуации, когда
генераты все-таки хранятся в Гите, ну вот. На самом деле, после того, как вы что-то такое выполнили, после чего все нужные генераты появились в вашем проекте, недурно бы его оттестировать. Да, то есть проверить, что то, что вы сейчас собираетесь упаковать в пакет, вообще рабочее. Вот. И считается нормальным и хорошим тоном как-то вот не пытаться без тестирования ничего упаковать и опубликовать. Понятное дело, что от того факта, что где-то в недрах ваших каталогов появились нужные генераты, скажем, скомпилированный файл с переводами, еще не происходит того факта, что когда вы будете собирать дистрибутив, эти переводы туда попадут. Мы, собственно, на этом в прошлый раз и сконфузились. Да? Вот. Я сейчас объясню, что там у меня было не так и почему вообще все это не так прозрачно, как все предыдущие наши разговоры. Значит, дистрибутивом называется, понятное дело, набор всех файлов, которые нужны пользователю для того, чтобы пользоваться вашей программой. Условно говоря, этот набор должен устанавливаться с помощью pip install. Если у вас проект такой хитрый, что pip install одним не обойдешься, да, вы должны придумать свой собственный механизм деплоймента этого вашего продукта в хост-систему, вот, в пользовательскую систему. Но по большей части для простых проектов pip install подходит как никогда, особенно если это какие-то модули или какие-то такие модули с приложениями. Вот. Значит, дистрибутив. Помимо дистрибутива, то есть набора файлов, которые должны быть у пользователя, чтобы приложение работало, есть отдельная задача — сборка, или вернее составление и публикация исходников. Вообще говоря, публикация исходников может осуществляться просто путем освещения того гит-репозитория, в котором все это лежит. Ну, то есть, вот вы берете, храните что-то в гите, и вот этот самый гит-репозиторий и публикуете, тем более, что при надлежащей дисциплине pip install может приходить прямо из гита. Pip умеет ходить в гит. Вот. Есть некоторые соображения против этого, потому что публикация, вернее так, попытка установить пакет из исходников означает, что ваш пользователь фактически должен этот пакет на своей стороне собрать. То есть ему нужно иметь весь тот тулчейн, который вы используете при сборке. Вот. А вот это вот вопрос, насколько это действительно решаемая задача. Вот. Поэтому довольно часто публикация исходников — это вообще отдельная картина, не связанная с вашим деревом разработки в Гите, а вы формируете специальный так называемый исходный дистрибутив, вот SDIST так называемый, который и используется, который содержит все исходники, необходимые для сборки пакета. Да? Вот. И, собственно, люди, которые хотят воспроизвести вашу сборку, могут, пользуясь опубликованным исходником, это сделать. Вот. Вот такая вот примерно, такой примерно workflow нас поджидает с нашими пакетами. И вот здесь вот мы вступаем в такую область, относительно которой мое понимание действительности очень сильно расходится с пониманием действительности, ну, скажем так, людей, которые сейчас осваивают автоматическую сборку и определение зависимостей в пакетах на Python. Дело в том, что я по одной из своих работ, работая в компании Basalt Dispo, занимаюсь дистрибутивами Linux, и в частности довольно много занимаюсь сборкой пакетов под Linux. Вот. То есть фактически вся вот эта тема сборки из исходников какого-то бинарника мне, ну так, последние лет почти 20 как знакома. А нет, даже больше 20, потому что до своей работы в компании
Alt Linux и Basalt SPO, я еще довольно долго занимался операционной системой FreeBSD, где все то же самое. Вот. И вот это вот многолетнее знакомство с тулчейном, который собирает из исходных из исходного дистрибутива собирает бинарник, у меня сформировал некоторые автоматизмы, которые в случае Питона, вообще говоря, не обязательны. И вот это вот противоречие мне взрывает мозг. Возможно, то, что я буду сейчас говорить, следует, то есть невозможно, а наверняка то, что я буду сейчас говорить, следует воспринимать вот с этой самой поправкой на то, что в моем представлении тулчейн — это универсальный инструментарий автоматизации всевозможных действий. Это мы чуть позже про это поговорим. Значит, что в действительности произошло с понятием автоматизации сборки? Ну вот, в прошлом семестре у нас был курс по разработке под Linux, там был такой прекрасный makefile, вот, в котором в декларативном стиле определялись всякие, значит, всякие действия, которые необходимо сделать для того, чтобы сборка произошла, оставить зависимости и так далее. Об этом мы сейчас поговорим. Вот. Но в случае Питона, вообще говоря, если вы пилите какой-то модуль на Питоне, понятие сборка генератов из исходников становится очень редким. Ну вот мы с вами, например, да, точно знаем, что PO файл — это исходник, а MO файл — это генерат, и его надо сгенерировать. Но это, в общем, такая достаточно маргинальная штука, в том смысле, что весь остальной комплект файлов на Питоне собирать не надо. Из них надо сформировать дистрибутив, Питончик сам их скомпилирует в байткод, и на этом успокоиться. То есть для такого человека, который никогда не собирал проекты на C, проект на Питоне — это просто такая пачка исходников, которые надо переложить из одного места в другое, попутно что-то еще там причесав. Например, попутно собрав перевод и положив его в нужное место. Вот. Поэтому вместо понятия сборки, благо, сборка — это не главное в том, что мы делаем, когда собираем проект на Питоне. Да? Появилось понятие такой оркестрации, то есть некоторое управление всевозможными процессами, которые можно произвести над вашим пакетом, причем в эти процессы обычно входит еще и публикация сама, еще и проверка всякой целостности, еще и, возможно, запуск тестов, ну и так дальше. Вот. И самое, на мой взгляд, главное, почему вот эта тема так медленно и так неполно развивается в Питоне, вот, ну и не только в Питоне, во всех скриптовых языках, это такой тренд современности, что если ты пишешь очень маленький проект, тебе, в общем, совершенно не лень запустить руками, запустить этот пбабель, да, который соберет тебе этот самый перевод. Совершенно не лень запустить руками какой-нибудь пылинт, который тебе проверит все, да? Не лень запускать руками тесты. А если ты пишешь довольно большой проект, то, скорее всего, вся вот эта инженерия с автоматической сборкой документации, с запуском тестов, с проверкой код стайла и вообще всякие проверки будут происходить не на твоем компьютере, а на каком-то специальном сервере, куда ты все деплоишь. Все равно же нужно тестировать деплоймент. Все равно же нужно проверять, что то, что ты написал, вообще устанавливается. И вот для того, чтобы не парить разработчиков девопсов на Питоне инструментариями, которые, собственно, к кодированию, к разработке не имеют прямого отношения, все вот эти штуки, которые мы с вами делали руками здесь, начали переводить на сервер. То есть вы публикуете, допустим, новый код, там стоит хук на то, что если Python файл изменился какой-нибудь, надо перегенерировать внутреннюю документацию. И с той стороны, туда, куда вы пушите, в системе deployment, про которую мы в следующий раз тогда поговорим, да, по этому хуку запускается перегенерация документации. Результат. У вас на локальной машине вообще не стоит никакого Sphinx. А Sphinx у вас запускается там где-то.
И вместо того, чтобы осваивать процесс сборки документации, как, куда, где конфиг, что, вы просто кладете какие-то конфиг-файлы, вот, которые вы сами руками не трогаете, и надеетесь, что, значит, при та автоматика, которая работает на сервере постоянного Continuous Integration, автоматика заглотает эти конфиг-файлы и все правильно сделает. А если она сделает что-то неправильно, вы почитаете конфиги, подложите новый файл, ну и так дальше. Вот эта вот вещь как раз для меня совершенно, как бы, ну не то чтобы пугающая, дискомфортная, потому что я хочу, чтобы весь процесс сборки от начала до конца происходил на моем компьютере, я мог этим управлять, тестировать и так дальше. Вот в этом моя разница того подхода, который предлагаю я, от того подхода, который принят повсеместно. Вот. Мне кажется, что в образовательных целях, именно в образовательных, в целях пощупать, поизучать, посмотреть, как оно работает, мой подход лучше. Вот на этом мы и договоримся, и двинемся дальше. В прошлый раз, на прошлой лекции, я уже демонстрировал универсальный инструмент сборки, который я выбрал, тот, который называется Do It. Вот. Значит, в прошлый раз это было в конце бегом-бегом, в этот раз я начну именно с него, потому что, напоминаю, тема у нас оркестрация или автоматизация. То есть, как сделать так, чтобы все команды, которые мы делали руками, делать не руками. Для этого я попробую, пока у нас есть время, поэкспериментировать на отдельном проекте. Нет, не этот, а вот этот. Вот, это проект, в котором мы с вами упражнялись с фикстурами. Вот. Он выглядит очень просто. Сейчас, только давайте мы ему сделаем pipenv. Жмяк, 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 жмяк. Вот. Как он хэшит? Вот он очень просто выглядит. Вот. Значит, давайте попробуем, как и в прошлый раз, автоматизировать действия, которые необходимо проделать, чтобы этот проект заработал. Давайте мы сейчас посмотрим. Сначала сделаем эти действия руками. Так, вот тут вот я буду, с вашего позволения, подглядывать в шпаргалку, потому что у меня есть, вы могли заметить, те, кто очень пристально следит, разумеется, могли заметить, что у меня есть вот этот проект, имитация, ну такая модель семестрового проекта, и в ней я уже все более-менее сделал. Вот. Во! Значит, смотрите, какая штука. Мы сейчас будем делать установку нашего пакета куда-то. В случае установки нашего пакета куда-то совершенно недостаточно указать, скажем, для гид-текста, что файлы лежат в каталоге ПО. Потому что где он их будет по умолчанию искать? В текущем каталоге, в его подкаталоге ПО. И это совершенно неправильно, потому что если модуль у нас стоит черт знает где, и мы перешли черт знает куда, текущий каталог у нас, допустим, наш домашний, то наличие там подкаталога ПО и файлов перевода для нашего хэша это совершенно неочевидно, его там не будет. Поэтому хорошим тоном, как мне указали уже в чатике и, кажется, в этом чатике тоже, хорошим тоном является носить все файлы с данными вместе, прямо вместе с модулем, и класть его прямо в каталог с модулем. То есть вот где у вас лежит, будет лежать вот этот datetime.py, пускай там лежат переводы. Вот и здесь мы сделаем так же. Где у нас лежит наш хэшит, прямо там пускай лежат и переводы. Они никому не помешают, они будут лежать под каталоги там ru или что-то такое. В общем, им будет хорошо. Ngtext нам не нужен, этого я просто на автомате скопипастил, но тем не менее. Да,
Значит, вот так модифицируем наш код, чтобы переводы искались не в конкретно прибитом гвоздике каталоге, а именно что рядом с тем файлом, который запускается. Вот. Что это означает? Это означает, что нам нужно для того, чтобы... давайте pipenv install-d pbabel. Вот. Обращаю внимание на то, что тебе не нравится. Ага. Он где-то закашировался вот такой вот. Ща. Я понял, что произошло. Теперь давайте попробуем с этим побороться. Где-то в кэше у нас засел страшный недокачанный пбабель с версии 0.0.0.0.0.0.0.0. Вот. Это, конечно, ужасно. Pip. Сейчас скажу. Кэш, что ли? Вот этот кэш нужно ликвидировать. Pip кэш перч. Вот pip кэш. Ну-ка. Нет, откуда он взялся? Ладно, давайте мы не будем на этом останавливаться. Вот так все работает. Pipenv install что-то отвалился у меня. Ну, что ему не нравится, непонятно. Непонятно, что ему не нравится. Вот, проехали. Значит, мы к этому еще вернемся, кстати, но бог бы с ним. Значит, бабель, извините. Этот кусочек тупежа можете мне простить. Бабель, нам нужно что сделать? Нам нужно сказать экстракт. Пы бабель экстракт. Экстракт, я сказал. Экстракт. Пускай он мне расскажет, что нужно сделать. Input path. Нужно рассказывать, что это будет у нас. Ну, естественно, хэшит. Вот. И еще нужно сказать минус о. Минус о. Ну, скажем, хэшит. Под. Вот. Обращаю ваше внимание на то, что этот хэшит под это генерат. Ну, вполне себе генерат. Вот. У него есть единственный перевод. Все как у людей. Вот. И это первое, что мы должны вставить в нашу автоматику. Теперь мы должны вставить в автоматику обновление перевода и компиляцию перевода. Значит, вот. Вот. Значит, pbabel update. Важно что? Тут важно понимать, что обновление перевода – это всего лишь обновление того исходника, который у нас лежит вот там, вот в нашем дереве исходника. Вот здесь вот, собственно, лежит. Да? Вот этого самого. Да? Значит, что мы говорим? Pbabel update. Input файл hashed pod. Output directory ПО. Чего? Минус ДПО. ДПО минус L ру. А, и минус домен еще. Минус домен хэшит. Хэшит. Да? А что у нас есть? Так, что я сделал не так? Хасид я написал. Ну, хасид, да, хасид это не то. Вот. И это второе наше, то, что мы должны сделать, да? Обновить перевод. Ну, и, наконец, компилировать. И в этом, кстати сказать, была моя ошибка в прошлый раз. Когда мы компилируем, те файлы, которые получаются, должны попасть прямо в исходник с... в то место, откуда мы потом будем собирать модуль. То есть у нас файлы лежат снаружи в каталоге ПО, а вот попасть они должны внутрь в каталог хэшит. То есть мы должны сказать что-то в таком духе. Pbabel
compile. Дальше, ну давайте посмотрим сразу ему help. Откуда куда? Из каталога. Из каталога по. А вот в каталог минус а. Вот сюда. И вот это самое сюда должно быть не здесь, а где там? Hashed, ru, да, что там? LC messages. Hashed.mu. Но только надо сам в каталог создать еще. Да? Надо создать вот такую штуку. Ну, минус P, естественно. Да? И, собственно, что? Что тебе не нравится? Давайте подглядим шпаргалку. Давайте подглядим шпаргалку, чтобы долго не думать. Минус d hashed. Ну вот, теперь работает. Забыл указать опять. Да. Вот. Значит, что мы сделали? Мы взяли и поместили генератор прямо в дерево наших исходников в каталог с модулями. Он теперь выглядит вот так вот. Вот. И мне кажется, что... Не поместили. А, да, вот. Только почему-то он не скомпилялся. Почему? Что-то я не понял. А компилировать ты не будешь, нет? Или они все в фазе? Это я надо посмотреть, кстати. Это надо убрать. А, так может он туда и положил, зараза такая. Да, он положил туда. Давайте пока, что я сделал не так. Сейчас, секунду. Минус и. Минус и. Ага, все, понял. Все наоборот. Значит, минус и надо говорить, откуда мы его берем. А минус d надо говорить, соответственно, просто каталог с этим самым. Каталог с... Вот. Да? Это минус... Так. Да что ты будешь делать? Минус L ru еще. Все, вот, наконец-то получилось. Да, значит, кстати сказать, теперь у нас еще и должен перевод еще и заработать, мне кажется. Ага, хорошо, давайте поправим. Вот. О, да. Перевод у нас заработал. Он заработал за счет того, что у нас скомпилированный файл лежит в... где там у нас лежит он? В каталоге с исходниками. И это все генераты. Значит, вот это генерат под файл. Вот это генерат. Да, значит, в gitignore они должны быть уперечислены как не хранящиеся. Да, по файлам вот эти вот, вот они. Это все генерат. Вот теперь мы можем сформировать, собственно, дистрибутив. Да, значит, что у нас еще тут есть? У нас, кажется, еще должны быть тесты. Ну-ка, Python минус m unit test. Да, вон он, 4 теста, да? Вот они.
Они даже эти окошечко открывают, если кто не внезапно, да? Значит, давайте еще coverage установим. PPNF. Интересно. Он все так будет, на все так будет реагировать. Install минус-минус help. Может, я неправильную опцию какую-то задал? Минус D нет. Минус D coverage. Вот. Вот в этом месте оно почему-то отваливается. Отвалилось. Ну ладно. Давайте тогда без него. Pip install coverage. Вот. А, он уже стоит. Да? Стоит. Ну вот, значит, соответственно, мы можем сказать вместо этого coverage run. Вот. Ну и получить report. Получить там какое-то подкрытие. Обратите внимание, что 100% покрытие того, что у нас есть, и вот это место, которое надо просто из coverage удалить. С вашего позволения, хотя можно посмотреть, как это делается. О, нет. Вот. Исключим из подсчета все, что лежит в каталоге VirtualEnvs. Вот здесь. Вот, да? Запускаем тесты. Запускаем репорт. Полная красота. Так. Значит, все нормально. Теперь давайте, собственно, соорудим дистрибутив. Значит, дистрибутив сужается следующим образом. Или нет, давайте сначала мы уже, у нас же автомейшн, давайте сначала автомейшн устроим, да? Вот. Поставим тот самый doit. Вот. И напишем, простейший скрипт, который будет все это делать, то, что мы уже делали. Давайте. А, давайте просто скопипастим. Это будет проще, чем заново все делать. Просто скопипастим его из соседнего каталога. Вот. Ну, тут, правда, много всего. Значит, что мы хотим сделать? Мы хотим сделать тест. Да? И мы хотим сделать сборку. Шмяк. Вот, давайте, значит, синтаксис дует. Значит, дует, давайте сходим на него. Универсальный инструмент. Он устроен следующим образом. У вас вся процедура сборки состоит из так называемых заданий. Задание — это что-то, что надо сделать с чем-то. Например, собрать документацию, провести тесты, собрать дистрибутив и так дальше. Каждое задание состоит из одного из нескольких действий, собственно, то, что нужно сделать. И может иметь зависимость на файлы. То есть, допустим, если из одного файла нужно сделать другой, и этот другой оказывается по времени создания старше, чем исходник, это значит, что исходник у генерата обновился, и генерат надо тоже обновить. Зависимость на файл. Вот. Или составные задания, когда вы говорите, что задание такое-то состоит из таких-то действий, а еще надо сначала выполнить вот такие задания. Ну, например, для сборки бинарного дистрибутива нужно сначала собрать все генераты. И мы говорим, сначала собери все генераты, а потом собирай бинарный дистрибутив. Это зависимость на задание. Вот. Как это выглядит? Ну, вот примерно так это и выглядит. Это прямо программа, написана на питоне. Она выглядит как один большой return словаря. Да? То есть фактически такое моделирование декларативного синтаксиса, но на питоне. И вот смотрите. Значит, как выглядит создание, скажем,
под файла. Да. Создание под файла. Запускаем бабель. Говорим, что только вот он называется у нас хэшет, по-моему. Вот. Ну и каталог хэш. Да? Вот в этом, создание файла. От чего зависит подфайл? Подфайл зависит на самом деле от содержимого нашего. О, не надо глоб еще. В глоб проэкспортировать. Да? Вот. Да? Значит, содержимое нашего подфайла зависит от содержимого каталога хэшит, потому что там могут оказаться строки, нужные для перевода. Поэтому мы говорим, что как только обновлять вот это, нужно обновлять вот это. Подфайл наш обновляется в случае, если обновляются исходники на Python. Вот. Ну и, соответственно, мы говорим, что вот этот файл нужно по времени проверять, что он моложе вот этих файлов. Если он старше, значит, его надо перегенерировать. Вот вам зависимость на файлы, оно же обновление генератов. Вот это генерат, а это его исход. Дальше из, на основании подфайла мы генерим, обновляем PO-файл. Вот. Такая же самая фигня. Давайте только посмотрим, как это выглядело у нас. Хотя тут понятно, что хэшит. Да. И здесь тоже понятно, что хэшит. Даже смотреть не буду. Что при этом происходит? Файл, который лежит вот здесь, он уже существует. Но поскольку у нас могли поехать переводы и мог измениться горшочек, мы обновляем этот файл тоже в случае, если обновился вот этот файл. Если изменился подфайл, мы должны обновить PO-файл. Да? Получается такая цепочная зависимость. Мы изменили что-то на питоне, это означает, что надо обновить подфайл, подфайл обновляется, а это в свою очередь означает, что надо обновить PO-файл. И третий уровень зависимости состоит в том, что мы... кстати, надо create folder сделать, да? Он сам не сделает. Давайте. Давайте create folder сделаем. И третий шаг зависимости состоит в том, что мы при компиляции переводов... сейчас давайте все тут поправим, чтобы никакого base тут не было, и нет datetime тоже не было. Да? Даже нет. Вот. И здесь тоже хэшит. А почему DTM? А, потому что я тупой. Вот. Да, значит, что получается? Что для компиляции нам нужно две операции. Создать каталог вот этот, он вполне может быть отсутствует, потому что в нем лежит генерат, в гите он не хранится, да, и гит этот каталог клонировать просто не будет. Вот. И внутрь этого каталога собрать перевод, чтобы этот перевод потом был виден. Вот. Значит, опять-таки, зависимость. Что является исходником для этого MO-файла? Исходником для MO-файла является вот эта штука, да? А это его результат, да, это действие будет запущено в случае, если вот этот файл старше вот этого, потому что его надо обновить. Давайте это потестим. Значит, еще раз, файл написан на питоне, выглядит он вот так странновато, вот, у него есть одна особенность, про которую я чуть позже расскажу, но сначала давайте потестим. Да, значит, do it, ну, скажем, мог. Жмок, 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 жмок. Вот он все сделал. Смотрите, он перегенерил подфайл, он обновил PO-файл, он скомпилировал MO-файл туда. Вот. Мы можем теперь что сделать? Мы можем, например, взять и удалить. Что мы можем удалить? Только dudu надо оставить. Git add. Dudu. .p. Мы можем удалить все наши генераты. Генераты удаляются git clean, если не ошибаюсь. Я очень надеюсь. Ну или давайте ради
простоты скажем, что вот, да? Во. О, значит, вот смотрите. Ой, ковер шерсти удалился. Черт, черт, черт. А, у меня там гитыгно, что ли, плохой? Давайте посмотрим. Точно. Вот. Да? Значит, смотрите, когда я сказал git clean минус fd еще и x, у меня удалились все файлы, которые не нужны, а еще все файлы, которые перечислены в gitignore. Один оказался лишний, ковер-черце надо было оставить. Да? В результате у нас ни одного генерата нету, и сейчас их надо сгенерировать. Ну, и сгенерируем. Дует. Что там у нас дует? Лист. Посмотрим. Мо. Дует мо. Жмяк, 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 жмяк. Если я сейчас повторю еще раз этот дует мо, он скажет, смотрите, у вас все нормально, у вас никакой файл не обновился. Зачем вам что-то перегенерировать? Если, например, я обновлю перевод, ну, например, в результате того, что я обновил перевод как переводчик, да? Вот. То... Да, ну не знаю. А, так он, вот, пожалуйста, да, значит, я обновил перевод, вот как переводчик, и он говорит, так, POT не изменился, PO файл из POT генерить не надо, а вот PO файл обновился, поэтому надо его заново скомпилировать. Он его заново и скомпилировал. То есть вот такая типичная ситуация вот с автомейшном, когда вот. Так, это что? Это мы автоматизацию наводим, да? Это мы наводим автоматизацию. Ну, давайте еще и тест тоже запустим. Там же у нас тест самый простой, coverage. Вот. Обратите внимание на то, что большую часть команд я выдаю на самом деле команды командной строки. То есть, если, допустим, все это крутить под виндой, то надо внимательно смотреть на то, что вот эта штука под виндой работает так же, как под Linux. Не факт, что. Вот. Команды командной строки. Но обратите внимание на то, что на самом деле интерфейс по написанию заданий на этом самом, на самом дуете можно делать и на питоне. Ну, например, создание каталога. Вот здесь вот я для создания каталога воспользовался функцией create folder, которые в Duet Tools есть. Да? Вот. То есть, или здесь, например, для того, чтобы указать список файлов, я использовал Python glob. Вот. То есть, в идеале вы можете писать все это вообще на Python, просто это будет, ну, дольше существенно, больше кода. Вот. Еще могу заметить, что тестирование, которое тут прямо скопипастил, обратите внимание, что там два подзадания. Сначала мы запускаем coverage run, а потом мы запускаем coverage report. Поскольку подзадание 2, они оба входят в одно задание, то мы пользуемся другим интерфейсом. Вместо return мы yieldим соответствующий словарик, ну и Duet понимает, что нужно по очереди запускать эти два подзадания. Вот одно из них называется run, другое называется report. Вот. И выглядит это будет вот так. Только не фует, а дует. Вот, пожалуйста, да? Сначала run, потом report. Вот мы навели какую-то автоматизацию. С вашего позволения, я не буду еще там генерацию документации делать, хотя она тут тоже, кажется, была. Да, была. Ну, просто чтобы сэкономить время. Давайте теперь приблизимся к... Ну, понятно, как это делается, да? Мы ставим сфинкс, мы, короче, все то же самое.
Давай теперь приблизимся к понятию сборки. Да? Значит, ну, начнем с конца. Начнем, собственно, с самой сборки, а потом немножко бла-бла. Сама сборка... Нет, видимо, сначала надо начать с бла-бла, а потом немножко сборки. Когда-то давно вполне достаточно было того, что вы написали свой модуль, оформили его согласно тому, как в Python оформляются модули, и это хорошо, и как бы вот у вас весь модуль, вы его можете импортить, всем счастье. Потом выяснилось, что не совсем так, ну, в процессе сборки могут появляться генераторы, сами модули надо оформлять, было бы неплохо обеспечить какую-то мета-информацию про них. Ну, в общем, модуль — это не просто набор питонных файлов. Значит, и был изобретен distutils. Distutils — это встроенный в Python утилита, ну, вернее, даже целая библиотека. Вот она тут есть еще отдельно как библиотека. Вот она. С помощью которой можно вести разработку модулей на питоне, вот, пользуясь ничем, кроме самого питона. Однако в какой-то момент разработчики самого питона решили для себя, что, в общем, надо проблемы роста решать разделением сообществ. Люди, которые программируют на питоне, или, например, на питоне, не так, люди, которые разрабатывают сам питон, или какие-то модули на си под питон, да, то есть пользуются низкоуровневым всяким барахлом, да, так или иначе, ну, в основном, конечно, те, кто сам питон разрабатывает, так или иначе завязаны на ситуацию, когда ничего кроме базовой дистрибутивы питона нету, и пользуются distutils. Но люди, которые разрабатывают модули на питоне, обычные программисты. Вообще говоря, distutils недостаточно, потому что мощность того, что хочется иметь при во время сборки, она все время растет, и вместо distutils был изготовлен, запущен проект Setup Tools, гораздо более развесистый. Вот. И на сегодняшний день мы можем видеть, что есть рекомендация, как с помощью distutils делать питонные модули. Вот она. И отдельная рекомендация, как делать модули с помощью setup tools. И прямо на сайте Python написано. Вот. Да? Значит, вот та инструкция, которую мы видели по distutils, она не хороша. Лучше давайте setup tools и вот туда идете. Вот. Ну и вот эта самая инструкция у Setup Tools. Setup Tools — это внешний пакет, модуль, большой, который развивается сообществом, собственно, Python Packages Authority. Вот. И поскольку у них руки свободны от необходимости параллельно заниматься разработкой Python, ну, в общем, они думают именно о том, как бы пользователю сделать удобнее его инструментарий разработки именно модуля для Python. Да? Значит, это вторая, значит, история, которая произошла. Кстати сказать, проект Python Packages Authority, он достаточно развесистый, он помимо Setup Tools еще всякие другие штуки разрабатывает, в частности PIP. С PIP такая же точная история, там были всякие easy install, еще что-то, но потом вот все финишировали в PIP. Да? И еще кое-чего. Видите, их тут немало. И это что касается Python Packages Authority. И довольно долго рекомендация по разработке модуля на Python сводилась к написанию файла setup.py, который импортировал этот самый setup.tools, и, собственно, наполнение этого setup.py было нашим, как разработчиков, развлечением. Вот. Именно в этом ключе в прошлый раз, на прошлой лекции, я показывал сборку модуля. Однако время шло дальше, и выяснилось, что на свете появилось много более развесистых инструментов сборки. Вот.
Ну, вот самый популярный из них Poetry, на него даже есть ссылка прямо из документации Python. Да, я его в прошлый раз показывал. Это мощная штука, которая, в которую зашит весь workflow, начиная от сборки и заканчивая публикацией, ну, а также тестами и всем остальным. Вот. И выяснилось, что на самом деле одного единственного инструмента сборки не бывает. Это нехорошо. Их много разных. И появилась необходимость во введении нового уровня косвенности, что финишировало в 517-518 пепы, где было написано, как теперь устроена процедура сборки питона. Вот, актуальное, это было слово актуальное. Как теперь устроена процедура сборки питона. Вот. Которая сводится к тому, что вы сначала в специальном файле указываете, а каким инструментом сборки вы пользуетесь. Вот. А потом в соседнем файле описываете конфигурацию этого инструмента. Причем ни тот файл, ни другой не написаны на питоне, что означает, что у вас нет возможности запустить произвольный код прямо из настроечного файла. Вот сетапы написаны на питоне, и вы туда можете писать вообще все, что угодно. То есть вы собираете ваш модуль, а при этом при сборке модуля запускаются какие-то скрипты на питоне. Да? В случае, если вы следуете PEP 517, у вас оба настроечных файла, один из них называется pproject.toml, другой называется setup.py. Вот. Оба настроечных файла декларативные. И это означает, что помимо тех команд, которые запустятся, если вы вставите соответствующий конфигурационный файл, соответствующие настройки, никаких других команд не запустится. Это важно, чтобы не запускался левый, при автоматической сборке всего подряд, чтобы не запускался какой-то сторонний код. Ну или, по крайней мере, уменьшить вероятность. Вот. Вот мы сейчас этим и займемся. Давайте мы соберем, прям скопипастим рекомендации с сайта в этот самый setup toml, да? Project toml. Только поправим, как он называется. А никак, там все, как видите. Вот. Значит, в этом томле описывается только, в данном случае, там есть, туда можно навалить много разных настроек от разных инструментов, которые вы используете, но в частности здесь написано, что мы используем в качестве сборки setup tools, мы будем собирать еще и бинарный дистрибутив, об этом чуть позже, да, и для того, чтобы наш дистрибутив собирался, нужно запустить именно setup tools и именно build. То есть нам помимо setup tools нужен еще и некоторый метасборщик, который бы запускал сборщик. Этот метасборщик называется build. Давайте его поставим. Вот. Значит, он примитивный. Совершенно примитивный. Он умеет, ну как, не совершенно, но примитивный. Он умеет собирать две вещи. Он умеет собирать бинарный дистрибутив в виде колеса и исходный дистрибутив. Причем делает это по умолчанию именно так. Так, что тебе не нравится? Unbalancing quotient. Давай посмотрим. Да, действительно. Тут он задумался. А, он говорит, нам мне не хватает setup tools, сейчас поставим. Поставил. Он нас ругает, говорит, что мы вообще все плохо настроили, у нас нету setup config. Вот, что наш модуль называется unknown, и всего у него unknown, и вообще он полностью unknown, и это правда, мы забыли. Хорошо. Сейчас поправим. Давайте сначала поставим setup tools и will. А, они тут уже есть.
Вот, значит, что еще? Нам нужно настроить теперь сам Setup Tools. А, собственно, что за модуль мы делаем, из чего мы делаем и так дальше. Так, где-то тут было написано, как это делать. О, вот он. Вот он. Окей. Значит, это у нас, значит, наш pproject.toml, а вот это наш setup kfg. Давайте его и прям тоже скопипастим. Вот, тут, правда, много лишнего. Сейчас мы это лишнее удалим. Значит, name. Наш пакет называется hashed. Version 0.0.1. Packages он называется hashed тоже. Install requires. Давайте пока здесь оставим ничего. Вот. Потому что ничего. Так. Во. Давайте еще раз попробуем сказать ему build. А зачем он мне ставит каждый раз новый Setup Tools? Сейчас, давайте попробуем упростим. Pip install -- upgrade Setup Tools. Install. И то же самое с виллом. Ну ладно. Ну, будет он ставить заново, нет? Не будет. Что-то он там мудрит. Что-то удаляет, что-то ставит. Хорошо. Значит, ну вот, теперь уже мы хотя бы понимаем, что наш пакет называется hashed. В каталоге dist лежат оба дистрибутива. Давайте их уберем. Dist и build тоже. Давайте еще раз попробуем. Да, значит, в каталоге dist лежат оба дистрибутива. И бинарный, и исходный. Ну вот. Давайте посмотрим, что у нас, что в результате у нас туда входит. Значит, ну, бинарный исходный дистрибутив можно делать отдельно. Значит, можно было сказать минус s, и нас бы создалось только с s-dist. Можно сказать было минус w, и у нас бы создалось только колесо. Значит, исходный дистрибутив выглядит вот так вот. Вот. Обратите внимание, что перевод был найден и включен в дистрибутив. Да, вот в дистрибутив включен исходник, включен наш модуль и перевод к нему, что важно. Вот. Ну и сетап КФГ, понятно, и проектом тоже. То есть здесь все ок. Колесо у нас не полное. Вот. В него не вошли наши переведенные переводы, потому что мы не указали, что сначала надо собрать все генераты, а потом только делать колесо. И действительно, видите, где перевод? Нет перевода. Вот. Что для этого нужно сделать? Для этого. Или нет, давайте. Нет, не так. Давайте сначала разберемся с механикой, а потом немножко бла-бла про историю. Значит, чего нам не хватает? Если мы сейчас вот это колесо поставим, оно будет работать, но будет работать без перевода. Смотрите. Ну, давайте куда-нибудь зайдем. Там tmp encoder куку. Да? Даже не так. mvenf чё
Что, нету Венера? А что есть? Ну, может, конечно, в это... Ну, хорошо, давайте, тут оставим. Пипенф так пипенф. А, я тормоз. Не Python, а Python 3. Венера. Вот, значит, создадим прям чистый, ой, а что ли? Ну хорошо, я стормозил. Создадим virtualenv в классическом стиле, без всякого пипенва, с библиотечком, бинарником и всем остальным. Вот, скажем, activate. Вот, и попробуем установить наш модуль, который мы только что собрали. Нет, он назывался фикшер тролливали, вот так вот. О, ну там пип нас ругается, ну это хорошо, не страшно, забудем на это. Right. Вот, у нас поставился модуль хэшет. Смотрите. Вот он. Его даже можно запустить. Почему нет? Вот он, работает. Только он без переводов, потому что переводы к нему не приехали. Что нужно сделать? Для того, чтобы приехали переводы, нужно их положить вот туда. То есть нужно сказать что-то типа, значит, do it. Во. Да, а почему он не сделался? Вот. Но он уже сделан. Значит, этого недостаточно. Давайте посмотрим, что нужно сделать еще. Я, кажется, знаю. Вот, нам нужно еще сказать, что а еще с нашим пакетом путешествует вот этот перевод. Для этого нам нужно добавить options package data. Это опция, значит, нашего пакета. Вот. Ну вот, давайте добавим. Так. Это сюда, это вот setup config. Вот. Ну, единственное, что оно по-другому будет называться. Так, у нас еще надо про зависимости поговорить, так что пора заканчивать. Значит, хэшит. Ой. Вот. Ну, давайте попробуем еще раз. Task, ну скажем, view, да, а давайте я опять же скопипащу, чтобы в долгий ящик не лезть, да. Ну, как бы вот все, да. Build минус V, только will собирать. Но сначала нужно собрать mo. Вот. У меня есть сильное подозрение, что этого достаточно. Да, смотрите. Вот он. То есть, если мы сейчас возьмем и переустановим этот наш... давайте сначала сделаем pip uninstall. Что там у нас? Хэшит. Да. И pip install. И давайте его запустим. Та-дам!
Вот перевод работает. Почему перевод работает? Потому что у нас теперь в нашем файле лежит перевод, а перевод там лежит потому, что мы сказали вместе с пакетом тащить данные, данные лежат там-то. Обратите внимание, это вот типичная ситуация публикации генерата. Если мы сейчас все почистим, у нас вот этот генерат исчезнет, да? Сейчас давайте посмотрим, чего я... Untracked, да? Git add setup config и pproject toml. Вот. Да? Вот. Если мы сейчас все почистим, у нас mofile исчезнет. Он как бы гитом не... Вот. Но потом он будет снова перегенерен. Git clean минус xfd. Вот, видите? Да? Он вообще удалил весь каталог, потому что там ничего не лежит нужного. Но если мы скажем минус verbosity 2 will, то он сначала соберет нам mofile, скомпилирует его, положит, только после этого он соберет will. Сейчас мы увидим выдачу, да, там, да, вот stub tools will, и вот он его собрал. Так, осталось 10 минут, а у нас есть еще одна большая тема, сейчас я ее про нее расскажу. Собственно, все это я рассказал, бинарная сборка, исходные пакеты, значит, там опять же какой-то мозг, который говорит о том, что смотрите, мы нашли переводы, мы их тоже включим в исходный пакет, а то мало ли что. Альтернатива, вы можете создать специальный файл, который называется манифест, об этом есть в лекциях, я не успею просто сейчас рассказать, в который вы добавляете конкретные файлы, которые должны ехать вместе с вашим пакетом. Распространять вместе с пакетом файлы, которые лежат за пределами site packages, считается дурным тоном и нехорошо. Все, что вы таскаете с собой, должно лежать вот в том месте, где оно лежит. Вот здесь. Вот. Обратите внимание на то, что вместе с пакетом распространяется всевозможная метаинформация, в частности, список файлов, из которых он состоит, в частности, вот это список, кажется, зависимости. Нет, это список файлов, из которых состоит рекорд. Вот, ну и так дальше. Возможно, мы слишком мало указали информации, можно было указать там почту мантейнера, еще что-то, ну, в общем, вот. Зависимости. Зависимости бывают двух видов. Я имею в виду зависимости на пакет, да, вот давайте не путать эти зависимости и вот эти. Вот эти, да? Речь идет о том, что когда вы делаете pip install, скорее всего, вам нужно проинсталить еще кое-чего. Эта штука называется эксплуатационная зависимость или runtime dependencies. В случае нашего теста нам ничего не нужно. У нас есть tkinter, он часть питона, да, а все остальное нет. Но, допустим, мы берем какой-нибудь другой проект, ну, не знаю, давайте, поскольку времени у нас мало, давайте мы переключимся уже на смотрение вот этого модельного Great Project. Вот этот модельный проект, напоминаю, он выглядит как... А, тут есть даже run. Do it up. Чё? Pfiglet. No module, name it Pfiglet. Install. Pfiglet. Обратите внимание, я запустил проект, а он не работает. У него нету модулей по зависимости. О! Вот. Значит, это наша программка, которая рисует календарь и дату. Единственное ее отличие, я использовал модуль Pfiglet для того, чтобы организовать внешнюю зависимость для примеров. И теперь мы можем переключать шрифт, которым выводится дата. Ну вот этот самый прикольный, конечно. Да?
обратите внимание на русифицированных, поэтому всего три, потому что в проекте пофигли всего три кириллических шрифта. Но тут вот видите, даже какая-то вот картиночка. Мы только что видели, что эксплуатационная зависимость – это пофиглит. Без пофиглита наш программ даже не запускается. Эксплуатационную зависимость надо класть в setup kfg. Вот, вот сюда. Все модули, от которых ваш программа, приложение или ваш модуль зависит, надо класть в штуку под названием install requires. Помимо да, значит, если вы читали всевозможные гайды по созданию питонных модулей, раньше для этого использовался файл под названием requirements.txt, и из него можно было что-то ставить. Но он был завязан на setup tools, теперь мы... Это почти та же самая лекция, но теперь мы все-таки пользуемся setup kfg и дойдем до конца и установим нужные файлы и так дальше. А так да. Вы почти не опоздали. Значит, тут просто замечают, что это та же самая лекция. Да, та же самая. Просто вот на этот раз у меня должно все получиться. Вот. Значит, эксплуатационные зависимости указываются в файле setup kfg. И, соответственно, когда мы делаем модуль, давайте его сделаем. Когда мы делаем модуль, автоматика глядит в этот самый setup kfg и формирует список зависимостей так, что в наш view попадет также и зависимость на то, что мы указали в эксплуатационных зависимостях. Давайте поставим pip install grid project dist view. Вот. Обратите внимание, что по зависимостям ему понадобился pfiglet и один pipinstall нашего колеса притащил с собой и pfiglet тоже. Вот. После чего такая штука будет еще и работать. Да? Python минус m, что там? Upbase. Пожалуйста. Вот он работает. Вот. А значит, это что касаемо эксплуатационных зависимостей. Что же касается сборочных зависимостей, то тут вопрос сложный, потому что сборочные зависимости зависят от того, с помощью чего вы собираетесь. То есть вы не можете написать в setup kfg, например, вы вообще не пользуетесь setup tools'ами. Например, вы пользуетесь каким-нибудь Poetry, где указывают сборочные зависимости. Сборочные зависимости указываются в pproject.toml. Вот. В частности, вот для этого проекта, для того, чтобы полностью оттестировать, собрать, проверить сборку, нужно вот такой набор всего. На самом деле тут еще сфинкса не хватает. Я думаю, что еще и сфинкс нужен. Возникает вопрос следующего содержания. Ну, это еще ладно. А вот давайте мы попробуем ему сказать do it list. Там же есть HTML. А он мне сейчас скажет, что сфинкса-то нету. О нет, скажет есть. Ой, он какой-то 2.7 сфинкс поставил. Не, ни в коем случае. Он даже не поставил, он его взял из системы 2.7 сфинкс. Нет, пожалуйста, не делайте так.
Ну, давайте только мы ему скажем минус F2, чтобы было видно, кто кого запускает. Вот он запустил Sphinx, свежепоставленный, вот он сгенерил документацию, ну, короче, все сделал. А, внимание, вопрос. Вот у нас уже их побольше. Да? Теперь, значит, у нас еще и всякие флейки. Что там у нас? Докстайл какой-нибудь. А докстайла нету. Мы опять ставим pip install докстайл. Понимаете, да? То есть со сборочными зависимостями все не очень хорошо. Хорошо, что мы их прописали вот сюда, вот, допустим, да? В pip-project. Мы могли на самом деле не тупо сказать, установи вот это все. Там еще flake 8. Вот. Вопрос вот в чем. Да у нас этих пакетов теперь стоит чертова прорва. О, видите? Как нам определить, какие из этих пакетов нам нужны для сборки, а какие нет? Есть как бы три дисциплины. Дисциплина первая, вы ее сейчас наблюдали. Берем, копируем все в отдельный каталог, пытаемся запустить, оно не работает, мы говорим, о, значит, для зависимости нужно еще, еще, ну и так дальше. Дурацкая схема, но для маленьких проектов вполне рабочая. Схема более продвинутая состоит в том, чтобы пользоваться отдельно pip-инсталлом и pipenv-инсталлом. Дело в том, что pipenv-инсталл умеет отличать сборочные зависимости от просто зависимостей и кладет их в разные места. Когда вы говорите, pipenv install, он кладет их вот в это место, а когда вы говорите pipenv install минус d, он их кладет в это место. Соответственно, ну что можете делать? Вы можете с помощью pip install ставить все подряд. А когда понадобится внести реально пакет, который точно должен оказаться в списках сборочных зависимостей, сказать pipenv install, и он вот сюда вот его принесет. Соответственно, вот этот список будет сборочных зависимостей, который мы просто скопируем в pip-project.toml, а вот этот список эксплуатационных зависимостей, зачем здесь pip, не знаю. Не нужен здесь pip. Аванс. Чем это удобно? Это удобно тем, что никакого pip-фриза на самом деле вам делать не надо, потому что который указывает все установленные пакеты с точными версиями, потому что достаточно указать список того, что нужно для установки и что нужно для сборки. Для определения эксплуатационных зависимостей можно воспользоваться каким-нибудь модулем типа pminrex, потому что, чтобы определить эксплуатационные зависимости, достаточно всего лишь посмотреть, разобрать ваш исходник и посмотреть, какие он делает импорты. Вот. Это очень простая программа. У нее есть единственный параметр. Это abbase. Вот. И, собственно, вот эту строчку я получил именно таким способом. Да? Значит, что сделал pminrex? Он сожрал все исходники, построил синтаксическое дерево разбора, вынул оттуда все импорты и посмотрел, какие импорты из тех, которые там делаются, соответствуют установленным в локальное окружение пакетам. Вот. А вот что касается отслеживания сборочных зависимостей, нормального инструмента нету вообще. То есть вы можете поддерживать дисциплину вот такую, да, и потом вынимать из pipenv, но определить сборочные зависимости вы не можете. И это ужасно. Значит, у нас, к сожалению, нету времени, но я нашел, нашел рецепт, вот он, как это сделать. Можно сам pip заставить
эти сборочные зависимости поискать. Вот. Но самое главное, что определить сборочные зависимости можно следующим образом. Вы запускаете сборку всего, тестирование всего и вообще все-все-все-все, делаете такой таргет в вашем дуете под названием all, а потом трейсите, какие питонии модули при этом открывались. Вот все, которые открывались, ваши. Я даже написал скриптик, который, значит, ну вот, товарищ написал скриптик, сейчас покажу его, простейший, который просто открывает, из-под пипа смотрит, какой файл принадлежит какому пакету. Это задача нерешаемая. Да? Вы не можете, как в RPM или в DPKG, спросить, какому пакету принадлежит этот файл. Да? Ну вот человек написал инструментарий. Проблема этого инструментария в том, что он делает import pip вначале. Import pip. Ну где-то он тут делает import pip. Вот. А если вы сходите на документацию в пипе, вы увидите, что там написано никогда не делайте import pip, он написан не так, чтобы это делать, там все время меняется API. Я написал скриптик, тут хотел его присандалить, но его тут нету, давайте я его покажу. Он называется buildrec.py, который вместо того, чтобы импортить pip, запускает его. Не буду его сейчас разбирать, времени нету. Идея состоит в том, что мы сначала запускаем что-то типа Python минус v минус m abyss. Вот. Соответственно, и потом из этого вот безобразия выковыриваем строчки, где, собственно, открываются питоний файлы. Вот. А потом смотрим, какому модулю принадлежит какой файл. Получается довольно забавная штука, если его сейчас запустить. А, даже не так, у нас есть дует. Да? Во. Смотрите, у нас есть target all, который запускает все. Потом у нас есть мой волшебный скрипт, который запускает этот target all, трейсит все вызовы, определяет все файлы, которые питоновские, которые были загружены, смотрит все модули, которым эти файлы принадлежат, а потом выдает список этих модулей. Сейчас он это сделает. Вот. Давай, давай, давай. О, вот. Значит, ну, понятно, как это произошло. Поскольку я сказал do it all, а all это у нас и check, и view, и requirements. Короче, все-все-все-все-все. Вот. Просто банальный проход по вот этому списку файлов расскажет нам, какие именно модули используются. И потом мы это все туда запишем. Значит, тут меня спросили, а где Git? Git — это Git с репозиторием вот этого Great Project, на него все время ссылки в каждой лекции есть, в этой тоже их минимум две. Я позволю себе еще минуту, и на этом мы закончим. Вот, надо все-таки приотдачить этот файл. Значит, две минуты. Первая минута будет посвящена тому, как устраивать зависимости. Смотрите, вы можете написать вот такую зависимость. Давайте я прям покажу вот здесь вот. Вот такую зависимость. Допустим, просто request или просто import-lib. Да? То есть вам нужен какой-то пакет import-lib. А можете написать вот такую зависимость. Вам нужен пакет pfiglet версии 0.8.post1. Вопрос, какую версию указывать, точную или неточную, открытый. Зависит от вашей цели, это сильно зависит от того, как вы устраиваете разработку. Но, скорее всего, для публикации лучше указывать зависимости не строгие. Потому что, мало ли, может быть, в хранилище уже нету, может быть, все настолько устарело, что в хранилище уже нету нужного модуля. А новый модуль, может быть, и не поломался. Тут
понятное дело, что вопрос исключительно договорника, никакого версионирования API пока что в Python не придумали, или, по крайней мере, в мейнстрим Python не придумали. Вот, это вам не библиотеки на C. Вот. Но нестрогие зависимости все-таки, мне кажется, предпочтительны. Или, если вы точно знаете, что апстрим поломал модуль, вот тогда надо указывать строгие зависимости на неполоманный. А вот если вы занимаетесь совместной разработкой, то штуки типа pipfreeze, pipenfreeze, и которые четко описывают, какой точно версии какие модули должны быть, и это довольно важная вещь, чтобы у всех участников команды в окружении стоял совершенно одинаковый набор модулей с одинаковыми версиями, а то у одного работает, у другого нет, и непонятно почему. Вот. И последняя, вторая минута посвящена точкам входа. Смотрите, почему у нас вообще работает, Python -m upbase -m? Да? Почему он вообще работает? Потому что в каталоге с модулем у нас есть файл под названием mainp, это такое legacy, так надо. И в этом mainp, собственно, устроен запуск того, чего мы хотим. Да? Что в подмодуле DateTime есть функция main, и эта функция main и есть наш стартовая точка, с которой начинается наше приложение. Если мы хотим, чтобы помимо вот такого способа у нас еще был запуск просто с какого-то сценария, а это можно, нам нужно включить некоторую автоматику. Автоматика очень простая. Вы говорите в setup KFG, что entry point, формируй, пожалуйста, скрипт, который будет называться DateTime. И он будет запускать из пакета AppBase DateTime функцию main ровно так. Да? Значит, скрипт будет называться так, лежать он будет, запуск будет вот такой. И это повод сформировать автоматически, давайте сразу же посмотрим в установленный вариант, сформировать автоматически скрипт, который приедет нам вот сюда, вот он, и который будет выглядеть вот так. Да? Значит, вот, да, значит, он будет называться DateTime. Он будет на питоне. Кстати сказать, питон будет запущен, видите, при формировании этого скрипта. Питон будет взят локальный, тот, который в данном virtualenv находится. А то мало ли что. И дальше автоматы сформируют такой простейший скриптик на питоне, который будет запускать, соответственно, из вот этого модуля. Вот. Будет запускать функцию main. А еще он будет подменять название вашей программы на DateTime, а точнее на base DateTime, ну просто ради эстетики. Вот, собственно, все. Как видите, получилось все на этот раз. Вот, значит, посмотрите, господи, прости, я не могу это произнести, бибкубива. Посмотрите в репозитории, который с примерами, вот он, который не мог найти, а потом нашел bibkubiva, вот он. Там, в общем, все это проделано уже заранее. На этом все. Надеюсь, что в этот раз получилось лучше, чем в прошлый. Я, видимо, включу в запись монтированных лекций только эту. Вот домашнее задание по семестровому проекту сделать сборку вилла и установку из вилла, да, source мы пока не делаем, ну и, собственно, все.